Камень не может знать, зачем резец раскалывает его. Сталь не может знать, зачем огонь опаляет ее. Когда жизнь твоя расколота и опалена, когда смерть и отчаяние хватаются за тебя, не бей себя в грудь и не проклинай злую свою судьбу. Но возблагодари строителей за испытания, что закаляют тебя. Книга Догм Молота. Все пошло не совсем не так, как предполагалось. Константин получил глаз. И мой глаз. Я сомневаюсь, что он замышляет что-нибудь общественно полезное. Как оказалось, Трикстер вовсе не выдумка. Я не думаю, что кто-нибудь, кроме этих чокнутых хамеритов, действительно верил в древних богов. Эти сумасшедшие хамериты, знаете, мне бы не помешало прямо сейчас иметь на своей стороне несколько дюжин тяжело вооруженных фанатиков. Если я войду в их храм и объясню, в чем дело, возможно, они будут так озадачены возвращением Трикстера, что забудут о своей нелюбви ко мне. А даже если и нет, ну я же знаю, как выбраться из тюрьмы Краксклифт. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это вор золотое издание. Итак, друзья, мы выбрались, мы, Гаррет, вы, я, короче, выбрались с особняка Константина, вот, из заключения из этого. И теперь так, задание. И теперь странные союзники, у нас миссия, вот. Гаррет решил отправиться к Хеймеритам. Собственно, туда, в храм, где мы, я так предполагаю, искали, короче, талисман ветра, по-моему, да? В тот храм, короче, хамеритов, вот. И предложить им, короче, сотрудничество, вот. Рассказать, что Трикстер вылез на свободу, появился, вот, замышляет. Недобрый такой, совсем недобрый армагеддец, вот. И надеяться, что хамериты помогут ему. Так, окей, странные союзники, сложность эксперт, проникнуть внутрь и найти первосвященника хамеритов, чтобы предупредить его о приходе Трикстера. Окей, не убивай никого из молотов. Окей, оглушать. Они будут на меня нападать, интересно? Так, окей, а карта? Карта, верхний этаж, ага, казармы. Это, в принципе, карта, в принципе, мы знаем. Карту, первосвященник. Так, погоди, это нижний этаж. Первосвященник находится в нижнем этаже. Кельи. А, ну получается, первосвященник либо в кельях, либо вот этом зале, короче, где кельи-то, помните, да? Окей, так, а что у нас здесь? Инквизитор, кухня, склад, окей, хорошо. Ладно, давайте посмотрим, что есть на решение. У нас 3366, короче, монет. Есть водяная стрела, маховая стрела, отмычки, газовая стрела, бомба-вспышка. В принципе, так, давайте на всякий случай я возьму газовую мину. Возьму, наверное, еще несколько газов. Ух ты, бляха, какие они дорогие. Одну, наверное, пускай будет одна газовая стрела. Так, зелье скорости я не буду, шумовую я не буду. Зелье исцеления, я не знаю, надо, не надо. Стрела с веревкой, обязательно стрела с веревкой. Так, ну давай водяных стрел возьмем. Так, давай 5, чтобы было 10. Окей. Так, 1016 остается. Ну давай, наверное, так, ладно, зелье исцеления я возьму все-таки. Ага, так. И одну еще газовую стрелу. Ну окей, а на остальное, так, погоди, бомбу вспышку возьмется. Да. Окей, и возьмется. Да. Остальное водяные стрелы. Окей, хорошо. Хорошо. Погнали. Итак, что я хочу? Да бляха, про робот этот. От наушников мешает. Так, и что я скажу? Так, мы, в принципе, начинаем, как и в прошлый раз, так творить. Бляха! Мухи откуда не возьмись. Тут труп. Интересно. Так, ну главное, у нас есть отмычки, это уже хорошо. Так, смотри, еще труп. Предчувствие. Что-то да. Что-то... Так, это без сознания? Труп. Что-то, да. Что-то... Бляха. Что-то мне под... Бляха.
Что-то мне подсказывает, что здесь побывали уже до меня кто-то. Возможно, Трикстер. Так, погоди. Проникнуть внутрь, найди... А, в смысле провально? Разберись с ситуацией, найди химеритов. А, ладно. Я надеюсь, это не повлияет на что-то. Так, смотри, кровь. Здесь, по-моему, ничего нет. Здесь я, по-моему, ходил, здесь ничего нет. Ага. Так, смотри, я, в принципе, могу... Могу, наверное, здесь забраться. Нет, здесь я не буду забираться. Давайте-ка пройдем, короче, через главный вход. Хотя, нет. А если там враги? Тогда уж я это... Я аккуратненько сейчас вот здесь пройду. Кто-то есть. Бляха, дверь... Ой-ё! Ой-ё! Ой-ой-ой-ой, чавканье, чавканье. Походу здесь побывал Трикстер, потому что чавканье — это чавкают эти. Да-да-да, богомолы. Теперь аккуратно. Бляха. Не успел я, короче, к ним предупредить их. Так, здесь стрелы, я сейчас стрелы набираю. Стрелы я, короче, набрал. Так, начнем, наверное, с... Похоже, кто-то побывал здесь до меня. Да кто-то. Конечно же, это... как его? Трикстер. Так, ладно. Здесь закрою. Давайте-ка пока здесь осмотримся, может здесь есть какой-то этот... Керани просто в ворота вынесли, смотри, все разнесли. Что произошло? И где все молоты? Все, молоты, все. Так, 23, короче, стрел, хорошо. Блеха, перевернули статую. Так. Взяли, все сквернили просто. Так, я посмотрю, здесь может лут какой-то есть. Я думаю, что золото, там монеты, мало чего будет попадаться, потому что мы, в принципе, же здесь уже все воровали, все это, вот. Ну, если попадется, то это не лишнее, в принципе, как бы, да, я думаю. Все перевернули, все вверх дном. Так, ладно, сирену я не буду включать, потому что враг пока не знает, что я здесь. И себя выдавать я пока не собираюсь. Ну, по крайней мере, минут 5 точно. Так. Ну, стрел нормально, тогда добротно что-то дают, и стрел. Скорее всего, придется стрелять из звука. Так что просто так же не может быть ничего никогда. Бляха, пауки еще. Ладно. Первосвященник находится внизу. Так, разбери ситуацию. А что здесь разбираться уже? А звук-то это элементарь, что ли? А чё разбираться-то? Уже понятно. Уже понятно, что здесь был Трикстер. Леха, тут все завалено. Мне здесь не пролезть, да? Ладно. Окей. Чтобы дальше пройти, мне надо, короче... Леха, а чё какой-то красный паук? Таких я не видел вроде. Так, ладно, где моя газовая стрела? Бляха, паук идет сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Бегом, бегом, бегом отсюда. Так, отлично, я вырубил. Бляха! Чё за дичь-то? Так, ладно. Видимо, все перевернули вверх дном. Это я все, семь строителей сотен год, это я все читал. Пусть стены мои держат крепко изо дня в день. Это мы все читали, короче, с вами, да? Том. Поэтому по новой мы не будем читать. Да. Это мы все читали с вами. Поэтому смысла прочитывать по новой, по второму разу нет. Бляха! Это паук чем-то пуляется? Ну-ка, я тоже пуляюсь. Леха. Сыкло. Сыкло, мать твою. Так, окей. В принципе, можно отсюда здесь. Нет, на звук на элементаре не похож. Это что-то взрывается, что ли? Такой же звук был, когда, помните, это мы, так сказать, этот талисман огня-то, помните, в этом заброшенном этом городе-то? Когда лава там, вот эта вот, вся такая херня была. Блях, еще. Походу обезьяна. Где паук-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, обезьяна! Будь ты проклят! Падла. Ох ты подло! Нифига себе! Че, научились фехтоваться, что ли? А-а-а, человечье мясо с мечом. Яха! Нет, снимать! Готово, готово! Бегом, 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 бегом! Так-так-так-так, стопэ. Да сдохнешь ты! Сколько в тебя надо-то? Отлично. В смысле? Так, хорошо. Мне надо подлечиться. Не зря я взял, короче, этот зелье. Бляха, там внизу, короче, эти обезьяны. Так, окей, здесь я просп... А, вот сюда вот я не заходил еще. Так. Ты все читал. Когда мне холодно, ты на уровне крыши. Это все читали. Провалился в землю. Да ты... Она от испуга, что ли? Да иди ты, цикло, сана, иди сюда. Да иди. Сюда, сюда. Отлично. Так, окей. Сюда я, кстати, не заходил еще. Ой, рычаг. Ой, рычаг, помните, да? Помните, да? Капец, все разнесли. Все вообще разнесли. Бляха, лягушка! Так, погоди, а у меня есть же стрелы, поэтому лягушка, с лягушками можно спокойно разбираться. Где ты? Бляха, промазал. Ой. Ошметки полетели. Так, хорошо. Так, это у нас святилище, да? Ну как святилище? Блёха, я думаю, две стрелы, как так-то? Это, а это этот с веревкой.
Но насколько я помню, здесь нигде такого нет, чтобы лазить с веревкой. Вроде как. Опа. Опа. Интересно, девки пляшут. Так, а это читали. Тогда отложил строитель молот свой и взял в руки свой резец. Обтесал он грубый алмаз и придал ему форму, какую хотел, ибо для всякой работы есть свой инструмент, и для всякого инструмента работа. Не, это мы не читали. Ну, в библиотеке мы по-любому все читали. Так, ладно, сюда пока я спускаться не буду, запомним, что здесь у нас спуск вниз есть. Я хочу еще вот здесь посмотреть. Леха, да, знаешь, звук такой, как будто рушится что-то. Окей, давай-ка здесь осмотримся. Опа, завалено. А, наверное, здесь завалено. Сейчас посмотрим, короче, может... Так, это что? Если там другие проходы в подвал тоже завалены, скорее всего, тот спуск, это у нас типа как обходной путь. Так, здесь ничего нет, потому что я, по-моему, здесь уже все искал, еще когда... Первый раз мы здесь были. Хотя, как возможно, что появилось по новой. Опа, рычаг, рычаг, рычаг. Я хочу проверить. Да, рычаг, смотри, есть рычаг. Так его нажать нельзя. Че за звук? Это эти лягушки так кряхтят или... Что это за звук был? Так, ладно, я пока оружие уберу. Здесь сейчас пройдемся, короче. Пробежимся. На лягушек это не похоже. Слишком какой-то устрашающий звук. Так, ладно. Здесь нет. Здесь на черта. Я думаю, здесь тоже ничего нет, потому что мы это все осматривали, все это искали. Ну, так, на всякий случай я пробегусь. Надо же. Надо же осмотреть, как это произошло. Что они здесь натворили. Эти враги. Так, окей. Ну и начнем давайте по порядку. Блях, опять все закрыто. Келья первосвященник, получается. На карте отмечено, ну, типа под знаком вопроса, что священник, первосвященник где-то здесь должен быть. Мина. Хорошо, батончик. Просто съем. Так, это читали, забыл строитель раз. Строительный раствор не удержит, ежели камень не прочен, не чист. Прежде чем начать старания свои, взгляни на материал свой, как физически, так и духовно. Да, это мы читали. По-моему, здесь оно лежало, короче, не на полу, по-моему, а может и на полу. Не помню. Это уже мелочи, это уже мелочи. Так, лягушка. Падла, лягушка это. Теперь оглядывайся, бляха. Развели тот лягушек, теперь оглядывайся. Бляха, вот неспроста дают вот боеприпасы. Вот неспроста дают боеприпасы. Бляха, она где-то здесь. Недалеко. Судя по звуку. Падла. Так, 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 тихо, 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 лягушка, лягушка. Отлично. Блин, ты, так взрываются просто эти лягухи. Жестко. Ошметки в разные стороны улетают.
Найти бы здесь ключ какой-нибудь от всех дверей, просто вот. Так, а здесь пусто, да? Просто вот ключ, который подходит ко всем вот этим дверям закрытым. Дверям. Я вот зря... Зачем открывал? Так, что здесь... А, здесь у нас мойка. Водяных стрел нет? Есть. Я же знаю их фишку, вот этот... Вот этот воровскую, да, вот эту фишку. Если вода, значит, там где-то может лежать, короче, это. Скорее всего, вот. Блин, а сыр. Скорее всего, лежит это. Водяная стрела. Пипец. Тут людей жарили. Жесть. Яблоко. Окей. Окей. Так, туда у нас есть дорога. Еще здесь столовую. Вот столы-то зачем ломать? Столы-то зачем ломать? Короче, ничего здесь нет. Так. Плехопауки. А нет, смотри, есть спуск вниз. Значит, все-таки там не обходной путь, там куда-то, наверное, другое место, значит, ведет спуск этот. Вот здесь мы брали с вами талисман. В принципе, смотри, на месте все. А, бляха, а вот зачем, интересно, этому Трикстеру сюда приходить и разносить тут все? Зачем? Смысл? Смысл? Как бы он же в курсе, бляха, он же в курсе, что талисмана тут, допустим, нет, да, потому что талисман я забирал, чтобы украсть для него глаз. Бляха. Только в тебя надо. А, все, он зассал, короче. Давай быстрее, Гаррет, ну. А я не дострельнул. Так свалил смешно. Жопой своей повернись. А, хорошо. Так, окей, здесь я все был. Спускаться пока вниз не буду. Здесь сейчас еще смотрю. Так, а где там дверь, что там пытался открыть? Эту? Может, у хамеритов что-то, не знаю, какое-то... хамериты, может, что-то знали такое? Что нужно было Трикстеру? Либо, может, они знали, как уничтожить Трикстера, поэтому он, короче, как убил их всех, чтобы не было никаких проблем, препятствий ему на дороге к Армадицу. Ух ты! Ничего себе. Так, ну, хорошо. Так, это читали, а используя резец. Угу. Что из древа, как не башня, которая сохранит и умирает. Озеро сосуд. Ага. Читали все. Так, хорошо. Так, здесь все сломано. Окей, здесь я был. А, я пошел, повернул назад. Так, окей, давайте вот эту дверь. Ну, судя по всему, в этих дверях либо пусто, либо лут, короче. Больше здесь нет ничего. Я почему-то предполагаю, что первосвященника здесь мы не найдем.
Так, окей. Давайте спустимся теперь в подвал. Пересвященник может быть, короче, если ему удалось выжить, пересвященник может быть, короче, либо в подвале, либо в том месте, короче, где вот мы нашли-то лестницу, вот это вот святилище. Скорее всего, это как там, типа этого, смотри, да, аварийного бункера. Ну да, здесь, смотри, все пусто, здесь у нас, помните, куча золота было. Кстати, а там завален, да, еще ниже? Значит, все-таки получается лестница, это спуск, обходной спуск. Так, хорошо. Где-то комната, да, вот здесь чувак спал. А где-то здесь, по-моему, еще была эта дорога, помните? Спуск эти в гробницы. Ой. Вот этих людей не было здесь в прошлый раз. Тут завалить. А, вот, да, спуск, смотри, туда. Вот эти гробницы-то, помните, да? А, нет, вот он. А, нет. Там, да. Получается, там спуск в гробницы, а это у нас... где талисман в этого воздуха был. Значит, все-таки да, получается, что та лестница — это обходной путь туда вот, в гробницу, скорее всего. И там у них, скорее всего, какое-нибудь либо убежище, знаешь, как аварийное убежище. И там, скорее всего, находится первосвященник. Так, окей, ну ладно, давай спустимся туда. Здесь я, в принципе, все осмотрел. Вот. Только вот я не понимаю, зачем Трикстеру это вот все делать? Разграбливать храм Хамеритов. Зачем? Просто вот, мне интересно, зачем? Либо я какую-то суть не уловил, какую-то суть пропустил в этих, которых чтивых, которые мы читали. Смотри, мертвый хамерит. Молот и мертвый. Так, окей. Что? О, стопы! Эй, сюда! Все. Отлично. Не успела она позвать на помощь. Я надеюсь. Схватить ее! Ёпти мать. Как ты меня вообще увидел там? За стеной-то. На тебе в лобешник. Ай-яй-яй, стой, стой! Та-та-та-та-та. Смотри, а вот вдвоем они несутся. Это обезьяны вообще, ложки. Ложки просто обезьян. Тихо. Леха-пауки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Паук-паук-паук. Так, стрела там? Тихо, не кусать меня. Леха промазал. На. На. И да блеха, собака убежал. Ну ладно, пока хоть доставать не будет. Но здесь я вон эти стрелы я взял хорошо. Так, в принципе, можно со стрелами пока походить. Блеха, нихера себе! Я сначала думал, этот большой такой паук вылез. В трупах застреваю теперь. Наброс. Ох, тут подло. Стой, подло! Стоять! Стоять! Собака. Так. Ну
Нужно внимательно не упустить никаких деталей. Может, здесь как-то скажут, что это. Почему Фикстер сюда залез. А это я убил? Или это они, когда воевали здесь, поубивали такого, где стрела? Ой, ёпти мать, и мухи, значит, здесь эти есть. Смотри, смотри, идет. Сюда! В смысле? Не знаю, по моей траектории я тебе должен был отрезать яички. Так, окей. Я где-то здесь что-то пропустил. Блин, ходов! Опа, мертвый богомол. Иди сюда. Собака. Так, ладно, хрен с ним. Смотри, здесь у нас... Ага. Окей, друзья. У меня видос, кстати, подошел к концу. Вот давайте здесь сохранимся. И в следующей серии продолжим, короче, поиски первосвященника. И искать, короче, ответ на вопрос, почему Трикстер напал, короче, на хамеритов. Я что-то... Я вот до сих пор не могу понять. Вот. Если вы поняли, если вы знаете, то можете написать в комментариях, и я почитаю с радостью. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.